Ну, kids. Росатом. 6+. Здесь люди находят какую-то особую атмосферу, находят друзей, которые потом, на протяжении, возможно, многих лет, будут всегда с тобой. Я думаю, что по прошествии проекта моя жизнь и мое отношение к ней изменится. Будет очень довольно-таки интересный, мне кажется. Мы тренируемся чувствовать друг друга для того, чтобы хорошо поставить музыку. Ну просто хорошую музыку. Мы стараемся, чтобы сделать что-то хорошее. Встаем, зарядка, еда, репетиция, обед, репетиция, ужин, спать. Начинаю быстро собираться, все мне надо сделать, там уже плестись. Начинаем все по сценам, первая сцена там. В остальное время нету времени. Максим – хореограф, Владимир – режиссер. Режиссер? Я не знаю, как у него хватает терпения на все это. Он любит ставить спектакли в таком смешном стиле. Говорит, что это плохо, и показывает, как нужно правильно. Про Максима? Я не знаю, как у него хватает терпения на все это. Как он придумывает движение, как он сам с собой разговаривает. Ну, нет, я бы хотел, в смысле, не в том плане, чтобы вот именно хотел у Макса танцевать, я бы хотел танцевать, как Макс. Это секретная информация. Ну, когда проект закончится... Все разъедутся по домам. А таким составом мы уже точно не встретимся, так как все говорят. Слезы и радость. Ну и в то же время печаль. Ну, конечно, все плакать будут, это 100%. Мне кажется, мы просто зальем слезами всю Москву. Тогда весь проект, он идет так, потом так, потом так, 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 и вот обхватывает вот так вот все.